Тв. Малыш Цып-Цып все про все узнать спешит. Малыш Цып-Цып, он всегда вас рассмешит. Мир чудес откроет, башенку построит, песенку споет, вас с собой зовет. Цып-цып-цып-цып-цып-цып-цып-цып-цып. Малыш Цып-Цып. Цып-Цып! Новые друзья. Однажды малыш Цыпа гулял на улице и скучал. Привет, Цыпа! Тип-тип. Тебе грустно играть одному? Тип. Ай-яй-яй, Цыпа! Это же твой любимый мячик. Пойдем-ка его искать. Тип-тип. Здесь нету. А там и тут. Как же так? Тип-тип. Куда пропал мяч? Тип-тип. Постой-ка, Цыпа, где же мячик? Не тут, не тут, не тут. Ой! Вон, вон он, Цыпа! Обернись! Цып! Да, Цыпа, похоже, это твой мячик. Цып! Цып! Цып, 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 цып! 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 Малыши, так нельзя. А где же мяч? Посмотрите, кто это там на дорожке? Смотрите, это сова. Она уснула на вашем мячике. Вот так, Соня. А давайте похлопаем в ладоши, чтобы разбудить ее. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Вставай, Соня! Тип-тип. Эй, постой-ка! Можно же играть вместе! Это гораздо веселее. Как весело играть вместе. Кажется, вы что-то забыли. Вы забыли познакомиться. Тип-тип. Это крокодильчик Кроки. А это совушка Соня. А это цыпленок Цыпа. Тип-тип-тип. Тип-тип-тип. Тип. Ну вот и познакомились. Теперь вы друзья и можете играть вместе. Пока!
Пока, Кроки! Пока, Соня! Пока, Цыпа! Пока-пока! Вот так у Цыпы появились друзья, и теперь он не будет скучать, потому что играть вместе очень весело. Путешествие. Однажды малыш Цыпа получил удивительное письмо. Привет, Цыпа! Тип-тип. Тебе пришло письмо? Тип-тип. Давай посмотрим. Тип-тип. О, как интересно! Какая необычная марка! Похоже, письмо пришло издалека. Открывай скорее. Что это, что это? Да это карта! Цыпа, нам предстоит путешествие. Посмотри, куда ведет карта? Мы побываем в лесу, заберемся на высокую гору и попадем в Антарктиду, в гости к пингвинам. Цыпа, нам пора в путь, навстречу приключениям. Нужно скорее собраться в дорогу. Тип-тип. Как много вещей. Ну и ну. Нет, Цыпа, так не пойдет. В поход берут только самое необходимое. Нам понадобится палатка. В ней можно укрыться от дождя или поспать. Теплая одежда. Ведь в Антарктиде очень холодно. Зернышки, чтобы животик был сыт. И лыжи, чтобы кататься по снегу. Цыпа, ты готов? Тип-тип. Отправляемся в волшебное путешествие. Закрой глазки. Один, два, три. Открывай! Где это мы, Цыпа? Посмотри на карте. Неужели мы в лесу? Как же здесь легко дышится? Цыпа, нам нужно посчитать ягодки. Сколько ягодок на полянке? Одна, две, три. Четыре! Четыре ягодки! Молодец, Цыпа! Тип-тип. Пойдем дальше! Тип. Вот это ливень! Какой сильный ветер! Цыпа! Пора надеть теплые вещи. Так гораздо лучше. Тип. Вперед, навстречу ветру. Цыпа, как высоко ты забрался. Посмотри, где мы оказались. Мы на вершине горы. Тип-тип-тип-тип-тип-тип. Ой, Цыпа, держи, держи. Ах, как же быть? Без карты никуда. Неужели это конец нашего путешествия? Но не расстраивайся. Мы что-нибудь придумаем. Посмотри. Что это гусь несет в клюве? Это же наша карта. Кип-кип, кип-кип, кип, кип, кип. Цыпа, ты же взял с собой зернышки? Кип-кип. А давай угостим гуся и попросим вернуть карту. Тип-тип-тип. Цыпа поделился зернышками, а гусь вернул ему карту. Спасибо, гусь. Пока-пока. Нам осталось спуститься с горы. Давай наденем лыжи. Тип-тип. Ой, Цыпа, ты надел лыжи наоборот. О? Постой,
белое. Где это мы? Цыпа, мы добрались. Мы в Антарктиде. Кип-кип, кип-кип, кип-кип. А вот и пингвины. Цыпа, ты великий путешественник. Вот так Цыпа побывал в Антарктиде и познакомился с пингвинами. Колыбельная. Наступил вечер, солнышко село, и на небе появились звездочки. Малыш Цыпа уже совсем устал, и ему пора ложиться спать. Привет, Цыпа! Тип-тип! Солнышко отправилось спать, и нам пора. Посмотри, Цыпа, твой зайка уже засыпает. Давай готовиться ко сну. Вот и наступает ночь, спать пора ложиться, чтобы в сказке мы могли снова очутиться. Сладких снов.
перед сном.